Сейчас, когда уже прошли зимние игры и все объекты введены в эксплуатацию, город действительно может принимать отдыхающих все 4 сезона. В последние годы были преобразованы инфраструктура, логистика, построены 42 новых отеля, порядка 360 километров дорог. Также свои объекты презентовали руководители «Розы Хутор», «Сочи Парка», «Омеги» и представители крупных туроператорских компаний. Отдельно на встречах обсуждался вопрос авиасообщения. На данный момент в Сочи запущена программа «Открытое небо». У города нет квотирования на воздушные потоки. Поэтому появились планы открыть постоянно действующие маршруты между Сочи и городами Китая.